Следующему нашему участнику вот, на нашей сегодняшней встрече с говорящим названием «Супер Джам помогает людям». Алла, вам слово. Я приветствую вас, мои дорогие друзья. Очень рада, что я здесь, что я присутствую здесь. Меня зовут Алла, я из города Батайска. Совершенно случайно попала на этот проект. Записалась на девочки в Инстаграме в группу и думала, что я здесь вообще делаю. То есть это не свойственное мне, да, то, что она как бы пропагандирует. И я вообще не понимала, зачем я там. И тут попадается мне сообщение, что Лориана набирает группу Супер Джамп, интенсив, и приглашает присоединиться. Я присоединилась, и вот я поняла, что именно для этого я пришла на этот курс, на эту программу. С первого занятия я поняла, что да, вот это то, что мне нужно было. Конечно же, Супер Джамп очень перевернул мою жизнь, потому что я стала более уверена. Если раньше, ну, я не могла выступать там на публику, для меня это тяжело найти слова правильные, то сейчас я стала более уверена в себе. Программа просто потрясающая. Вот действительно просто, да, от слова рост. Вроде бы простые упражнения, но так построено, мы из-за того, что в группе, да, у нас энергообмен, такая поддержка от кураторов, от тренеров, что рост идет, не знаю, в десятки раз быстрее, сильнее, нежели занимаешься сам. Я проходила очень много разных курсов, разных вебинаров, тренингов, но таких результатов не было. Знаете, у меня вот такая ассоциация с жизнью, да, вот мы как по колее идем, вот машина, и она не может выпрыгнуть, да, потому что прям вот колея пробита, и едет, едет, едет машина, да, а для того, чтобы выпрыгнуть на новый уровень и построить свою новую жизнь, нужна энергия, да, и вот эту энергию дает нам суперджам своими упражнениями. Он вдохновляет, что можно выпрыгнуть этот прыжок и сделать, и уже построить жизнь, как ты хочешь, как тебе нравится. Потрясающе у меня сейчас отношения с мужем улучшились. Сегодня, кстати, я сегодня сидела и подумала о том, что у меня настолько открывается сердце. У нас были непростые отношения со свекровью. Может быть, для многих это знакомая ситуация. Но вот сегодня я поняла, ну, я как бы давно там простила, вот это все прорабатывала, да, но сегодня я именно вот поняла о том, что вот, ну, что вот я люблю ее, и то, что я понимаю, для чего это все нужно было, для того, чтобы я стала сейчас такой, какая я есть. То есть это были маленькие шаги навстречу моему огромному будущему. И я верю, что я буду тоже вдохновлять людей. У меня были прекрасные, ну и есть кураторы, поддержка. Я благодарна просто, не знаю, земной шар, как вселенная. Я каждый день говорю слова благодарности организаторам этого проекта, моим кураторам, Ларяночке, Леночке и, конечно же, нашей команде. То есть именно в команде у нас шла такая синхронизация. То есть кто-то там любит рисовать, там второй тоже подключается, оказывается, тоже хобби такое. Кто-то делает ремонт в квартире, у кого-то появляются мысли о том, что нужно менять квартиру. Мы там делаем ремонт. То есть вот настолько в группе поддержка, настолько выбраны эти упражнения, что с одной стороны действительно простые и такие действенные, такие классные, что просто я потрясена.